Минздрав предложил работодателям наказывать курильщиков рублем. В ведомстве уверены, перекур не только негативно сказывается на здоровье работников, но и снижает на 10% производительность труда. В документе, изложенном на сайте министерства, предлагается поощрять сотрудников, которые следят за питанием и занимаются спортом, и наказывать любителей перекуров и алкогольных напитков. Работодателям предложено помогать курящим расстаться с вредной привычкой, например, напоминать почаще, что курить вредно, сделать пребывание в курилках менее комфортным, взять на себя расходы на оплату лекарств для лечения зависимости.